Здравствуйте всем, кто будет смотреть. Это видео выставлю ВКонтакте, где-то там на Ютубе, где-то, чтобы его пусть посмотрят, пусть люди близкие, знакомые, друзья. Я хочу сегодня сказать о человеке, с которым сегодня прощаются все родные, близкие. Сегодня предают земле, хоронят человека. Олег Николаевич Григорьев. В Соликамске, на кладбище, в цинковом гробу. Он, формально сразу скажем, погиб смертью героя. В Артемовске, Бахмут, Артемовск, где он воевал в составе отряда музыкантов ЧВК Вагнера. Этот человек, когда я что-то было немножко, потому что о нем можно говорить много, и только что-то такое хорошее я скажу так. Не преувеличиваю, я это преуменьшаю будет, потому что я не знаю, меня вот просто когда вот сейчас вот поехал на Луну, человек спросил, да, ты будешь. Только дай бог, что ты живой, я тебе всегда говорю. Не дай бог, ты что, погиб, если, блядь, достану. Не задал вопрос сейчас, да, братан, я ни разу не так говорю, знаешь, не просил, я не могу за кого-то просить, ну, потому что таких близких, таких людей, это только вот он, ты, там, их единицы в моей жизни, а так-то просто я, да, я могу сказать, ну, здесь я тебе просто говорю, что ты давай, ты же знаешь, ты пойми, ты, блядь, пойми, этот человек, это мой близкий человек, это мой... Я даже, не знаю, там, братом не буду называть, это просто мой близкий, моя, часть моей души. И когда ты спросил там человек, Володя, я раз, а я никогда твое мнение даже не высказывал о нем, там, не надо было, таких случаев не было в жизни, а тут он просто мгновенно, и у меня нашлось только одно ассоциация, я сказал, ты знаешь, он очень надежный человек. И, наверное, вот в слове надежный выразилось огромное, не просто надежный, а надежный, если кто-то мог понимать, надежный во всем. Семья там надежный во всем таком, что и вот он едет на войну. И чтобы я, ну, чтобы ты понимал, что если этот человек будет рядом с тобой, или с кем он будет рядом, он закроет собой. Он и отдал свою жизнь. Это говорит, что он мужественный? Нет. У нас там, у нас музыкантов, говорят, не знает заднюю. Да, так можно сказать. Он не знает заднюю. Он ее даже не знает. Этого не знал никогда с самого рождения. Но я добавлю, таких много мужественных. Да, встаю, да. Но это не просто мужественный человек. В нем другое мужество. Это безумно добрый человек. Эта доброта, она... Вот это и есть та доброта, когда он всю жизнь свою прожил. Он ее отдал, там, как мы говорим, страдал. Он шел... Неважно, в тюрьму, в бой любой, ну что, просто за ближнего. Это безумно честный человек, честный. Невозможно даже представить, кто вы его знаете, чтобы Олег мог обмануть. Он даже представить это вот в этом, надежный, он, это невозможно. Как военные мы, ребята, дай бог, не знаю, может быть там наших
сообществах, потому что кто с ним были рядом, конечно же, вы знали там Грих, позывной, наверное, не изменил, Григорьев, позывной там, ну придумай, а так по фамилии Криг, я говорю, ну как Криг, Олег, и вы, ну вы должны, вы по-любому за это время узнали, так невозможно узнать человека. Это был безумно, бесконечно, честный, самоотверженный, заботливый какой-то, отважный, мужественный, скромный. Его скромность была в том, что, потому что его поступки, он совершал те поступки на протяжении всей своей жизни, на которые способны единицы людей. И я сейчас, как говорят, все же вспоминают случаи. Да, я расскажу тот случай, который меня с ним, вот близкими сделали. Это тоже тот случай. Да. И там тоже его жизнь изменилась. Я в его жизни, да, в жизни, поворот в его жизни был. И в смерти. Опять же, так вышло. Я вот, да, все, наверное, сказал. И я не могу представить, в нем нет невозможно какого-то отрицательного качества. Я какой-то, вы сделали список, в нем нет от этого качества ни малейшего. Он за всю свою жизнь даже ошибся, у него даже ошибок таких не было. Не было, потому что он такой внутри, в крови. Я не могу представить, чтобы никто, кто его знает, кто его знал близко, даже представить, даже не могут, даже это невозможно кто-то мне сказать. Потому что этот человек не способен был ни на какие-то мерзкие, подлые предательства, там что-то нет. Но он способен был, опять же скажу, безумно, безумно там невероятно мужественные вещи. То есть ни малейшего сомнения, он просто никакого выбора он не делал. Этот выбор был в нем. Без варианта. Все, если встал, он сразу же встал и пошел. И да, в такой день, конечно, когда представить, но я хочу, чтобы какая-то память о нем. И даже знали, что такие люди нас свел даже такой случай, что этот человек встал грудью рядом за меня. Это был не его бой, это драка тогда. 90-й год. Бригада отморозков, конченых беспредельщиков. Ну, чтобы вы понимали, перед этим они просто убивали всех. Они всех собрались там, бригады там, молодежь, блядь, в уши надули и начали просто убивать. И прямо перед этим убили людей, там, человека, смотрящего, да. Ну, это слово смотрящее, я очень, ну, который решал, ну, это ни одного там. Их просто убили, это люди мужественные, взрослые, которые свое уважение, которых непререкаемые там такие люди, сильные люди, они их убили и убивали всех. И они пришли ко мне, они поставили меня перед выбором, да, мне тоже что-то, у меня какие-то вещи там, зависели я. А он был в кругу тех людей, тоже нет живых, очень хороших пацанов, близких, и его, конечно, уважали. Ну, молодой пацан, ему 20 лет, он был рядом. И он оказался волей случая просто в этот момент, когда они пришли меня убивать. То есть перед этим, да, я, не сомневаясь, ответил им, что... Да, я выбора нет, я выбираю. Как, там выбор был простой, там просто приходили и говорили, или ты делаешь, или ты умрешь. А вот тебе пример, вот как. И они просто у всех на глазах убивали, ломали, забирали. Без поворота. И они пришли меня убить. Подошли их там.
5-6 человек было, наверное. А Олег был просто случайно рядом, реально, он просто случайно был рядом. Мы общались, и он как-то встречались душой там. Его отодвинули, ну что там, обычная разборка, плохое. Ну что ты? И дали время немножко там подумать. Ответишь, еще раз тебя спрашивают, ты сделал? Какое твое решение? Я ответил, что, конечно, я его не меняю, это решение. Не знаю, как он там подал знак или что, но один из них, который стоял, он сразу же там ударил мне ножом в горло. Сажал его, как он такой. Просто ударил мне в горло. И опять же, не знаю, какие-то, блядь, воли случаи. Я, конечно, там не какой-то шаулин, ничего. Так получилось, просто сработало. Конечно же, мы стоим, я понимаю, ну я не думал, что так, блядь, жестко, так дико, блядь. Просто, блядь, где угодно, просто сразу же убить. Там даже мыслях не было. Ну, там, я не знаю. Бьет, и я, блядь, ловлю это лезвие, либо за лезвие ножа, блядь, ловлю этот нож, блядь. Шрам. Шрам. Соответственно, блядь, рука. И это мгновение. Все, соответственно, мгновения, которые все вот так опешили. И, соответственно, я тоже, потому что я вижу, как потекла кровь и держу. И Олег стоит. Я вижу его глаза. У меня никаких даже мыслей за него не было. Это не его, он вообще там рядом не стоял. Просто. Тем более, когда подошли там Олег. И знаю, с кем он там. Я просто не сомневаюсь. Ну, там. Тот, кто справа там бью его там куда-то ринулся. И у Олега не было ни малейшего. Просто, я просто увидел он. Я увидел его глаза. Опешившие, конечно, все вот там, но это было мгновение. И только я начал его, вот в это, только. Он нисколько не сомневается, он просто сразу же, блядь, ударил этого. И он сразу начал вступить в эту драку. Нас двое. Они все с ножами, один с нунчаками, там, блядь, здоровый. Ну, я был удивлен, я был просто, я не мог, потому что человек такой, он такой человек, ну, конечно, он пацан нормальный, но не та ситуация была, потому что там много очень, да что там много, просто люди, которые, ну, понимаете, 90-й год, и те, как один, блядь, дали заднюю, прямо в глаза мы сидим. Думай обо мне, что хочешь, я жить хочу. А там разберемся. Насрать. А у Олега не было ничего. Просто. Сразу. Все, мы начали биться там как-то, я не знаю, ну, эти... Ну, там, по нашим, блядь, блядь. Я тут открытым тогда говорю, потому что они в баре делали очень гадкие вещи. Они, соответственно, такие душка у них, блядь, нет. Ну, короче, нахуй, мы вывезли. Они дали заднюю. Просто вдвоем, нахуй, блядь, пробились. И я был просто опешен. И с того момента жизнь Олега тоже изменилась. Соответственно, он... Ну, нам... Продолжалась там какая-то, ну... Те люди не вывезли они. Потому что уже серьезно там начали. Ну, Олегу пришлось 20 лет, 21. Ну, он стал. На такой путь ему пришлось свою личность, свою уже на другом уровне. Он ни разу за все это время, никогда, нигде
не сомневаясь, готов был отдать свою жизнь, свою свободу и последнюю в рубаху за правду. Потому что на тот момент, я думаю, что не было, может быть, там, уважал он меня, не уважал. Да, уважал он меня, но он стал за правду, потому что это было, ну, я тогда был на тот момент правда. То есть он стал просто на сторону правды. Ну, хотя да, мы стали, мы были разным, в разных обществах, у нас разные цели в жизни, все. Ну, я, конечно же, так же за него выходил, да, приходил и говорил так же. Потому что этот человек, он достоин вот этого. И мне, конечно же, было не жалко отдать, я сперва убейте меня. Потому что, ну, уже молодой, там что-то я, да, я мог прийти, я говорил. Ну, когда. Сперва вам надо убить меня, потом, потому что и за него. И прошло 30 лет. И он чтобы вы понимали, все, кто будут смотреть этому человеку, 50 с лишним лет. 50. 69-го года. 23. Из них он почти 20 лет отсидел в тюрьме. И отсидел, он ничего не делал плохого в своей жизни. Он все время только вот за это. Только за то, что вот из-за его внешности или кто-то, он всегда один, он сам отстаивал. Его как-то пытались кто-то, или рядом кто-то был, он вставал просто. Никогда там, чтобы он, ему говорили, чтобы он там, да, он в разборках мог любому, ну, чтобы вот он издержал, у него мгновение сейчас, он, кто там, когда ты приедешь, он просто сразу шел. Всегда мне постоянно как освободиться, звонит. Вова, привези мне пистолет, блядь. Я ему отвечаю, говорю, блядь, Олег, я должен привезти тебе срок. Но я знаю, что если у него не будет пистолета, он же пойдет и его убьют. А так он хоть, хотя бы живой будет, блядь. Потому что он всех убьет, блядь. Ну что он и делал. И здесь он уже вот эти все годы, я, да, я с 14-го года вот эти все, и он... Ну что-то, что-то сделать для Родины. Для всех он стал, может, как общество, как вообще что-то, я не знаю, что его. И когда он приехал ко мне, первый раз приехал, он уехал обратно там перед Новым годом. Ну, я там что-то крутил, мутил, чтобы он, ладно, эту всю историю, ну, там, он, это провидение все. И второй раз он просил меня спеть песни. Эти песни, написанные там, они о нас, о той жизни, о 90-х, о тех людях, о нас. И я ему ответил, Олег, я вообще не пою уже несколько лет, и даже близким, да, я, может быть, ну... Я не буду петь, ну там, кто, я не буду их называть для всех. Песни, которые близкие знают, которые от той жизни. Потому что ты на пороге новой жизни. Я этой жизнью живу уже годы. И там будут другие люди, там будет другой мир, там будет другая жизнь. Там другая планета, которая тебе неизвестна. И даже песни сейчас, вот ты, у нас мало времени, я не хочу даже их петь, но у меня есть песни о той жизни, о тех людях, то есть как бы о нас, о мне, о нас. И ты сейчас станешь тоже частью нас. И у меня есть эта песня, она не одна, ну,
какая-то дописана, но и она мне, ну, есть песня, которая как бы мне, вот я ее пишу, она написана, началась, опять же, так скажем, писаться в 18-м году в Сирии. Сирии. Романтически скажу, на высотах Дерезора, да, и, ну, я ее не могу дописать, и я ее не пел никому, 2-3 человека, может быть, и каждый раз, и Олегу, когда я говорю, у меня есть песня об этом, я тебе ее спою, эту песню, но она, там, часть из нее не написана, ну, во всяком случае, и я спел ее, одну только песню, вот эту. И те слова, которые там не дописаны, которые смысл, как и там другому товарищу, я просто там, ну вот тут такое какое-то, тра-та-та-та-та-та-та. Но общий смысл я ему как бы, и она его так понравилась, что я видел эти горящие глаза. А у меня в жизни всегда, когда я пишу, я всегда, мне надо знать, кто ее. Меня поймет, то есть глаза, именно глаза людей. Я знаю глаза тысяч людей, которые уже тысячи погибли, там умерли. Но я знаю глаза этих людей, которые слушают эту песню. И это глаза людей, которые, которые вот самые меня понимают. Это о нас, о них. И здесь он еще не музыкант. И вот эти искры, и он мне... И он ее в процессе дней, он к ней возвращался. И он мне говорит, Вова, ты ее как допишешь, ты ее сразу же мне сбросишь. Я говорю, ну связи нету, конечно, я тебя сброшу, ты как будешь, ты ее сразу же услышишь. Если допишу, я ее пишу уже 5 лет. Я не могу, ну, не могу выразить то, что я хочу там что-то где-то. И так случилось, что, опять же, вот это лицо, я... Давайте доскажу, потому что это жизнь о нем, обо мне, о нас. В последнее время не для него ничего, просто она вот раз и началась, Гитара, я ее очень редко беру, только в таком... И целую ночь уже как-то она у меня просто валится и валится. И я почти до утра, и под утро я... Все, она дописана, то есть я сму, а она готова. Это же, понимаете, такое понимание такое, готова она, раз. А Олег перед тем, как уехать, он сделал фотографию. Мы много фотографировались в Сочи, и он одну сделал на бумаге. Я не знал, он чехушку делал. У меня дома он ее достал, ходил и куда, и прикрепил на стенке там какой-то, на окне нашел так. И сунул ее, и пока мы там были, я ее достал, ну ты что 90-е там, блин, свои, ну, блин, зачем у нас только фотография? Я ее взял, на стол положил, и перед тем, как уезжать, он ее вот так просто прошел, ну, когда он, я вижу в глазах вот это, он, у него оно не злое, вот это мужество, оно, в нем нету, ему не надо подогреваться яростью какой-то, это просто сталь. То есть человек твердый, и он так подошел к столу, взял эту фотографию, вот так вот, демонстративно ее, воткнул на это место, где, откуда ее снял, повернулся на меня, ну, мы не можем ругаться, ничего, я его ругал, да, когда-то, ну, я его как ругал, как, блин, я ругал вот так вот. Повернулся, и вот своим взглядом он мне так... Он молчу, но... Я говорю, Олег, конечно, я уже не смогу к ней, потому что ты, блин, я не смогу уже, блядь, к ней прикоснуться. И вот эта фотография, и я сижу и говорю, она когда кончилась, я не для него, конечно, ну вот эта фотография. Я говорю, как будет, Олег, рад, но я хочу заметить, потому что эта песня, я уверен, ее будут слушать, и это уже что-то, он был каким-то двигателем. То есть, как опять я вшел, глаза слушателей, не только его, у меня близкие, братан, я знаю, ну, будешь слушать эти слова, да, ты знаешь, глаза, я, глаза, ну вот эти глаза, глаза именно Олега, вот это вот, типа вот это вот, блин, я не знаю какая, у него в глазах просто безумная какая-то, божественная, наверное, вот это вот льется.
И когда он эту песню, когда я ему играл, они у него просто вот так вот горели, и он меня вот так вот... Они были, то есть у меня появился такой слушатель, который вот просто она ему, хотя он еще не был. Он уже был в составе. Прямо уже там. И я, вот это ощущение, которое я знаю, что один вот этот человек, он просто вот этот мой слушатель, как он мой близкий. И в этот день ко мне приходит сообщение: Олег погиб. У нас вся жизнь какое-то провидение. Если бы он не погиб, эту песню, как и другие многие, ну я ладно, добавлю, как бы я делаю альбом уже, третья песня готова, там аранжировки какие-то близкие, вы слушаете их, но я не выставляю их публично, но и эту песню точно, ее бы очень долго бы еще не услышали, никто, только там очень-очень-очень близкий кто-то был, я бы, ну я бы ее не спел, не выставил. Но сейчас я не могу это не сделать, потому что он еще здесь, он со мной, он меня слышит, Олег, его душа, я обещал, я двое суток не спал, я не мог бухать, там на третьи сутки что-то выпил, немного поспал, сейчас я еду туда, на Мольфина заеду, вот, и я перед тем, как уезжать, я ее записал, и я ее выставлю. Пусть к этой песне память, что я, кто меня знает близко, я всегда говорю, я не умею врать. Я просто не могу, я считаю это мерзко, это искренне, правда. Он был вот этим топливом, этой теплотой, не знаю, чем, этой энергией этой, которая... в меня дали мне не вдохновение, а именно добавили вот это вот моей сути какой-то в этой песне. Именно он, еще не будучи музыкантом, но я зная его, я понимал, какой это будет воин. Я понимал, что он отдаст свою жизнь, просто не задумываясь, что я ему говорил это, Олег, такие как ты, на такой войне, ну просто не может. Это невозможно, потому что он не задумывается, он просто идет. И там без вариантов. Просто в дело времени, там, конечно, чудо, может, там, ранение может прийти, там еще что-то. Это все надо, да, не один раз я чудом выживал, и все. Я говорю, да, мы будем, наша удача. Но эта песня сейчас, во-первых, она даже дописалась какие-то моменты благодаря ему. Ну, вот. Именно вот такой. Причем ему, когда он уже был погибший, он уже погиб. Я не знал этого. И выставляю, и спел только из-за него, потому что, опять же, я ему отдаю, потому что я ему обещал, да потому что так жизнь наша. Нет, не то, что просто пусть он останется, это жизнь, это он, часть этой песни, он часть, причем достойная очень, просто часть, он глыба вот того там сообщества, а именно тех людей, которые называют себя музыканты, ну там каждый может понимать по-своему, но этот человек, как и другие, которых я безумно уважаю, есть погибшие, кто-то живой. Это не те люди, которые за деньги. И вот эти, наверное, фразы, я здесь скажу эту строчку. И тот, кто штурмом высоту, да хоть в ворота ада, тот знает гонорар. Не главная награда. И... я ее там дома записал, когда пусть она хорошо, плохо, потому что я не пел, она вот так вот. Я ее выставлю сейчас. Всем, конечно же, посвящается, всем музыкантам, всем.
Но если есть такая возможность кто-то обратно, ну, песню, наверное, конечно, в сообществах. Ну, может быть, и это тоже монолог об этом человеке, о нас, о нашем человеке, о нашем человеке, о котором, да, я говорю, и вы там его знаете, который погиб смертью храбрых, да, или как мы называем, героем. Он герой. Он музыкант-герой. Он человек-герой. Он патриот-герой. Он настоящий герой. И о таких людях надо знать и помнить. И я сейчас последние дни провожаю его, да, здесь, на расстоянии, но я такой верующий человек, я знаю, что душа здесь, и он слышит. И не надо будет стоять рядом с гробом, нет. И я, он, пусть он в моей памяти, вот, я его привез в Мольтино, да, в этой калитке, улыбающийся, мы обнялись, он в моей памяти такой, он всегда улыбался. Олег, я горжусь. Я горжусь, я мое счастье, я считаю себя счастливым человеком. И мое счастье только в том, что в моей жизни есть такие люди, как ты. Есть ты, Олег Николаевич Григорьев. Герой, пацан, блядь, мужчина, я не знаю, там, человек, человечище. И я горжусь. Я не могу гордиться наградами, у меня их есть. Я могу гордиться только, что я горжусь, я всегда говорю, горжусь только тем, что такой человек, как ты, меня уважал. Уважение твоим, твоей, не знаю, там, братской любовью, просто дружбой, что я был твоим другом, что я не знаю, был в твоей жизни, и ты, я горжусь, что я знал этого человека, что я... Я провожаю его, героя, и мое сердце. Да. Земля пухнет тебе, брат. Люди. Помните о таких людях и рассказывайте, и говорите, и будьте такими. Будьте, самое главное, кто... Будьте такими людьми, как он. Я не такой, как он. Но когда такой человек рядом, когда он есть, он наполняет тебя этим мужеством, этим желанием быть добрым, быть, совершать поступки эти. Даже мужественные поступки, потому что мужество тоже так же передается, доброта. И он, пусть он сейчас погиб, но я хочу, чтобы он так же был, как и другие наши вот эти парни, все братцы. Вот, проводь его с честью. И песни я тоже выставлю сегодня. Вот выставлю в день его похорон. Пусть этим она о нем тоже память как-то стоит. Да, чем я еще могу? Ну, это так сложилось, это не я, не и то, что даже я или кто-то для него сделает, да это ни о чем, это самое малое, что-то можно сделать, как память о нем, что-то можно о таком человеке сказать, да ничего, да это ни хрена, это ничего не стоит по сравнению с тем, какой это человек, какой он,
Ничего я не могу сделать. Такого я просто, блядь, вот. Я ничего. Ну хоть что-то. И так Бог так, так все, так сложилось, так оно создано Богом, с дьяволами, не знаю, судьбой, жизнь так создалась. Этот человек, часть этой песни, не просто как музыкант, а как создатель. Как создатель и как исполнитель, как все. Олег Григорьев. Он родился в городе Соликамск. Держит в Перми. Погиб в Бахмуте, в Артемске. Погиб смертью храма, смертью героя. И он отдал свою жизнь за людей, за Родину. За нас всех он отдал свою. Вот он в это верил. И ни разу за все это время он не сказал это, не мог это. И даже мне, когда, потому что я такой человек, который просто его так, я его просто вот так вот брал. И он не может такие вещи даже говорить. Он, когда, не знаю, как он мне сил, мне хоть что-то хочется сделать. Я говорю, слушай, хоть что-то ты называешь отдать жизнь, блядь, хоть что-то. Он сделал. Равняйтесь с ним. Гордись им. Олегом Григорьевым. Поверь, лишь только на войне все просто и понятно. И пусть земля горит в огне, но жизнь в войне приятна. Когда встречаешь ты рассвет после ночного боя, сильнее счастья в жизни нет, чем стрельнуть солнце стоя. Поверь, что больше счастья нет, чем стрельнуть солнце стоя. Да, на войне все так, как есть, где рядом брат и беда. Кто совесть позабыл и честь всех без бинокля видно. Кто крепко держит автомат, а кто свою душу. Кто духом воин, кто солдат, а кто мундир с шелкой. Эх, война, она одна, сценарий жизни знает. Только если Бог или сатана свой телезуб играет. Кому кувалда по башке, кому да честь и слава. А музыкантам на войне работа и забава. А музыкантам на войне работа и забава. Да, на войне решают много деньги, и щит, и меч в своей цене, и даже обереги. Добро и зло штампуют брон на деньгах своей знати. А кто и сколько у кого цена победа в драке. Война и в Африке, война кроваво-грязном цвете. Минута боя так и на дни тысячелетия. И тот, кто штурмом высоту, да хоть ворота ада, он просто понял гонорар, главная награда. Эх, война, она одна, всю правду жизни знает. Так если Бог и сатана свой эпизод сыграют, кому кувалдой по башке, кому да честь и слава. А музыкантам на войне работа и забава. А музыкантам на войне работа.